молодцу жениться, пора молодцу жениться, пора ехать со двора, пора молодцу жениться, пора ехать со двора. Кто еще в планах такого, в принципе, выйти замуж, пожениться? У вас есть очень хороший шанс. 2024 год очень хороший для этого, как и любой другой, собственно. Но тянуть дальше некуда, потому что если долго смотреть на девушку, можно видеть, как она выходит замуж. Thank you.
Здорово, ребята. На самом деле, вот у нас уже хоровод образовался. А хоровод это что? Это когда вот мы держим друг друга за руки, когда мы все рядом. Да, можно погреться об соседа, который чуть теплее, чем ты. Или об соседку, которая чуть. А об соседку так вообще замечательно. Можно не чуть. И как раз вот про такую соседку, которая не чуть, а с ветерком. Следующая песня. С нами, поэтому нам очень жарко. Нам правда, здесь. Да. Жарко, мы думали, вы замерзли. Но мы не мерзли, нам жарко. Надеюсь, что вам тоже тепло. Поэтому мы продолжаем дальше и напоминаем, что с вами группа Степана Валентина Нестерова. Ищите нас в социальных сетях, обязательно подписывайтесь, пишите, присылайте видео, которые вы тут снимаете. Мы будем очень рады дружить с вами. А сейчас песня «Как ногой», песня уральских казаков. Yeah.
замечательные зрители. Вот у нас даже есть самый горячий зритель. Приветствую вас. Мы с вами топим своим теплом эту большую красивую площадь, центральную площадь Ленинграда. Ну и не хочется от вас уходить, но все-таки придется, потому что надо, чтобы вы познакомились с многими артистами замечательными, которые выступят на этой сцене. Но без последней песни мы уйти не можем, и это одна из наших любимых песен, потому что она для нас именуется «Песня радости». Песня про душу Катю. Ярослав Байков.